Доброе утро. Я только что сходил полетал. Я думаю, вы этот фрагмент уже видели. Сейчас мне надо ответить за очку, скопировать проект для завтрашнего выступления, которое вы посмотрели вчера, скорее всего, в прямом эфире на канале «Живой уголок». Мне там надо будет сыграть 4 песни. А еще, кстати, зацените, какой я вчера прикольный набор купил. Такие вот две прикольные, просто необходимые мне отверточки, потому что одна из них будет мне служить для того, чтобы было удобно легко прикручивать вот этот вот болт на стабилизаторе, когда я камеру на него вешаю, потому что здоровую такую отвертку таскать не камильфо. Ну и я погнал репать завтрашнее шоу. Для самого эфира я буду пользоваться вот этим вот ноутбуком. Это мой старый ноутбук с логотипом Орды, на котором я брал Штормград неоднократно. Плюс ко всему к нему будет подцеплена вот эта вот звуковуха, от которой я буду с помощью своих вот этих вот ушных мониторов мониторить то, что я играю, потому что я ненавижу вот этот вот, знаете, звук шума из комнаты или зала. Поэтому таким образом я смогу нормально контролировать то, что играю, и буду нормально все слышать. Готов, я два раза его проиграл, все вроде четенько. Так что сейчас надо готовиться к семинару. Ну вот такой вот безудержный сегодня денек был. Так что давайте до завтра.